наш котенок волду и несень, верив кепицыны кединык. Это называется велень оскс, сельское моление. Издревле, еще с языческих времен, в мордовских поселениях также молились великому Богу, прося, чтобы поля были плодородными, дети здоровыми, а люди жили в мире и согласии. Сегодня обряд проводят точно по древним правилам. Чтобы уточнить детали, организаторы фестиваля специально ездили в Мордовию. И самое главное, мы получили добро от Инязора, который вот главный, как получается, князь мордовского народа, мешанин. Мы получили добро, мы получили клочок, капсулу священной земли вот с этого мара. Такой же особый смысл имеет хоровод. Чтобы принять в себя как можно больше участников, он раскручивается по спирали. И мы друг другу прижали, все народы, то есть там и мордва, украинцы, белорусы, там татары, чуваши, башкиры. И мы почувствовали, что мы – это одна семья. Чтобы выжить, нужно жить в мире. Эту мудрость жителям Борисова передали их предки, мордовские переселенцы. Они пришли сюда еще в 18 веке. Тогда же на Алтай в поисках свободы и лучшей жизни устремились представители самых разных народов. Память об этом жива до сих пор. Уж кто-кто, а мордва и украинцы, особенно запорожцы, то мы ж их це всех любим. В этом году в Борисово почетный гость Андрей Бочканов, солист Мордовской государственной филармонии. Он убедился, маленькой Мордовией это село называют заслуженно. И для меня лично было большим удивлением, что здесь до сих пор сохранен язык, сохранена культура, традиция. Даже в некоторых моментах она настолько такая аутентичная, что диву даешься на самом деле. Из поколения в поколение здесь передают язык, народные узоры и, конечно, национальные блюда. Но, честно говоря, если, например, мясной суп букаям лично мне показался просто вкусным и все, то традиция добавлять мак во все подряд стала для меня кулинарным открытием. Вареник с капустой и маком еще ладно, но вот рулетик. Мак и лук. Получается такой, вроде бы лук, но в то же время сладкий, с необычным привкусом. Сочетание, на самом деле, для меня несочетаемых ингредиентов, которые в итоге дают совершенно неповторимый вкус. Ну, наверное, пожалуй, как и сама... И вдруг сочетается, как, да? Как и сама мордовская культура. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. День с толком.